Фабрика троллей, да, или фейковые аккаунты появились на заре политической, скажем так, арены, где-то, ну, буквально пару лет назад. Ну, это, наверное, связано с тем, что очень много у наших кыргызских граждан, они активно сидят в социальных сетях. Это люди, которые пишут заказные комментарии, выкладывают посты в соцсетях, и в основном они работают сообща. То есть есть определенные группы, которые работают на политиков, чиновников или просто известных личностей. Манипуляция сознанием в сети, да, для того, чтобы кого-то в чем-то убедить, в том, чего, возможно, и не существует. Да? То есть это вот какой-нибудь политик пытается очернить своего оппонента при помощи вот таких аккаунтов или же наоборот восхваляет себя. Да? В основном либо набирает какую-то группу, либо нанимает компании, которые специализируются на этом. Да? Либо нанимает журналистов, которые сидят и производят контент и участвуют в дискуссиях в социальных сетях. Журналистов или тех, кто хорошо пишет, да? Ну, или студентов. Попала я в эту компанию чисто случайно. Я нашла вакансию, то, что требуется самому специалист. Вот так вот нас и набрали. Я написала, позвонила им, и они позвали на собеседование. Я подошла, и они сказали, что вот вы приняты, стажировка у нас как бы месяц, и она оплачиваемая. Потом нас начали очень мягко вводить в ситуацию, как бы, и объяснять, что мы должны делать. Они сказали, что у них сейчас такой проект, что их заказала такая партия, то, что мы должны их поддерживать в интернете. У них очень секретная деятельность, потому что они не рассказывают там даже своим друзьям и родителям, ну, в основном, о своей работе. То есть в основном они нанимаются из числа знакомых или родственников, ну или друзей. То есть есть группа троллей, и там только знакомые люди между собой. На самом деле у нас страна очень демократичная, можно сказать, да, то есть мы всегда привыкли сравнивать нас с соседями. В этом плане у нас очень демократичная страна, и поэтому люди не боятся высказывать свое мнение. И именно вот тот факт, что мы больше вот используем социальные сети, наверное, послужило причиной того, чтобы вот политики или политические группы, скажем так, начали создавать вот эти фабрики троллей. Мы были, так скажем, ботами. Мы сидели в пабликах, нам сказали, получается, создать в каждом вот Фейсбуке, в Инстаграме по 5, по 6 аккаунтов и из каждого писать комментарии, писать отзывы, говорить то, что вот эта партия такая хорошая, она сделала как бы полезные вещи, да, то, что члены этой партии во время пандемии оказали помощь, хотя это, конечно, слабо верится, вот. Обычный человек заходит в соцсети, смотрит какую-то публикацию, видит огромную поддержку пользователей данной публикации, да, и делает вывод, наверняка это реальные люди, и такая огромная поддержка, стоит на него обратить внимание, и, возможно, он хороший человек, да, или плохой человек, да, ну-ка, в зависимости от контента. Мы проверили все комментарии, проверили всех пользователей, которые их написали, и оказалось, что это было в первый раз в 2019 году, оказалось, 80% пишущих в пользу этой публикации просто фейковые аккаунты. Очень обидно, очень неутешительно то, что эти фабрики троллей, они действительно показывают свою эффективность. К сожалению, к огромному нашему сожалению, мы видим, что в ключевых моментах
они действительно могут менять какой-то политический дискурс или менять общественное мнение, или даже если не менять, хотя бы уводить в сторону, в другую сторону, да, в выгодную той или иной политической группе сторону. И, к сожалению, простые пользователи социальных сетей, они ведутся. Нам отправляли готовые комментарии, у нас были кураторы, которые как бы помогали нам, говорили, как, что, каким образом писать, командовали. Например, если вот выходила определенная статья про определенную партию, нам отправляли в группу ссылку, говорили, нападаем. Потом мы писали по несколько комментов с каждого аккаунта, сразу прям строчили комменты. Вот, и нам говорили уже стоп, остановитесь, следующая команда, уже группа, например, защиты, да, мы выходили и защищали свою партию, которую она заказала. Вкладываются политиками огромные деньги, открываются помещения, в которых сидят вот десятки таких людей и создают там десятки, даже сотни фейковых аккаунтов и создают видимость, как будто тысячи людей поддерживают того или иного кандидата. На самом деле поддержка намного меньше, да? И это рассчитано на тех, кто верит, следует общественному какому-то мнению, да, что вот если все я, то и я, да, то есть, научным языком это конформизм, да, то есть подверженность общественному мнению. Во время определенных каких-то политических событий в стране у нас в несколько раз активизируются вообще пользователи социальных сетей. Конечно, какая-то часть, какая-то доля приходится на естественный процесс, да, то есть людям интересно, допустим, результаты выборов, да, или еще что-то, и они заходят, начинают искать, но в большинстве случаев, к сожалению, это опять-таки работают фабрики троллей. Многие не в курсе, что существует такая профессия, так скажем, такие работники, что некоторым людям за это платят, за то, что они наводят суету в комментариях. Почему они позволяют себе многое, да, врать, материться, там, угрожать? Потому что они думают, что за их аккаунтом, за этим аккаунтом они не чувствуют ответственности, да, что их не найдут, они оказываются безнаказанными. Но это на самом деле не так. Вполне возможно найти, кто стоит за фейковым аккаунтом. Вот, у правоохранительных органов есть такие возможности. Какие признаки у фальшивого аккаунта? Это фотографии какие-то очень странные, например, у девушек это цветочки на аватарке или там какие-то модели, у парней это машины или там флаг Кыргызстана, например, он очень часто использует. Мы находим эти фотографии в интернете, мы находим фамилии в интернете, придумываем рандомные даты рождения, где он учился, рандомную биографию пишем. Граждане должны быть образованными, осведомленными о событиях, они должны понимать контекст всего происходящего, да, что если кто-то начинает в очень агрессивной форме очень сильно хвалить, фанатеть от какой-то партии или от какого-то человека, то есть это не очень хорошо, да, потому что мы знаем, что путем там, фанатизма мы не добьемся истины. Истина, она всегда где-то посередине. Никого не устраивала такая работа, но так как бы надо в жизни выживать, и зарплата была такая нормальная, да, 20 тысяч сом нам говорили, вот нас за короткий период. Да, за короткий вот период, там за месяц. Но радует одно, что сейчас социальные сети, тот же Facebook, да, он начал активную борьбу против фейковых аккаунтов. И когда мы слышали новости о том, что Facebook борется с фейковыми аккаунтами, нам казалось, что это происходит где-то там, за океаном, где-то в Америке, да, у себя. Но вот буквально в этом году, 12 января, Facebook опубликовал доклад,
где он объявил, что он удалил 193 аккаунта, Facebook-аккаунта фейковых в Кыргызстане. Там точную цифру не помню, около, по-моему, 250 всяких страничек, около 50 групп, а также где-то 50 аккаунтов в Инстаграме. То есть это говорит о том, что менеджмент социальных сетей, он тоже чувствует ответственность за то, что вот люди прибегают к таким грязным методам. Когда уже тролли поймут, фейки поймут, что вот это их манипуляции не проходят, да, люди перестали им доверять, не проверять, ну, то есть верить всему, что приходит им через соцсети, тогда они окажутся бесполезными. Только путем образования наших граждан, донесения правдивой информации, мы можем победить эти фабрики троллей. Я понял то, что это ложь, это не простая ложь, которую человек может каждый день говорить. Это ложь, которая может иметь после себя большие последствия, из-за которых могут пострадать в будущем люди. Мы должны были быть ответственны за наши слова, и мы все еще ответственны за наши предложения, за наши действия в сторону, например, определенной партии. Мы, так скажем, могли изменить, может, изменили будущее нашей страны своими действиями.